Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Николай Пивненко. Пришло время, наверное, рассказать всю правду о Питере, потому что времена сами знаете у нас какие. Вроде бы пандемия еще продолжается, а то ли уже сошла на нет. Но так или иначе, люди потихонечку выбираются из своих домашних щелей и отправляются в те города, в которых, может быть, даже им и не хотелось побывать, но жизнь заставляет, потому что все, что находится за пределами родины, естественно, закрыто. И вот я с компанией друзей отправился в Питер, не потому, что больше нечего было выбирать, а просто потому, что летом я обычно в Питер тоже с удовольствием езжу, как, собственно, и в другое время года. Но это все мои домашние радости, а мы же с вами сейчас поговорим о том, как живет Питер. И начнем мы с того, как мы добирались в этот самый Санкт-Петербург по новой трассе, которая называется М-11. И можно потратить деньги с учетом западного диаметра петербургского, вы можете потратить 2000 рублей на то, чтобы проехать по платной дороге. Поэтому, если вы подъезжаете к Питеру и не хотите платить за этот западный диаметр, сэкономить 300 рублей, то лучше нажать кнопочку в навигаторе «Отменить платные дороги». Тогда вы доедете до Питера за 1700 рублей. Цена приводится на 20 числа июля 2020 года. Самая большая проблема заключается в том, что дорога-то вроде ничего, дорога хорошая, и можно скорость увеличивать до 110 км в час, и до 120-130 км в час можно это сделать. Но нужно помнить одно, что могут быть определенные проблемы. А именно, навигатор вам почему-то показывает, что вы можете ехать 130 км в час. Да, наш любимый Яндекс, потому что Google почему-то не показывает. А на самом деле на трассе висит знак 110. И вот теперь не поймешь, получишь ты штраф или не получишь ты штраф, потому что если 130, значит, можно гнать все 150. И в этом, друзья мои, определенная проблема. А это значит, что мы с вами сталкиваемся с очень простым, ну, с таким разгильдяйством. Итак, понятно, смотрим на знаки, которые находятся на трассе. Теперь, мы с вами знаем о том, что если ты куда-нибудь хочешь доехать по стране, то ты это сможешь сделать легко, потому что вроде бы заправок и слева, и справа миллион. Да, в Москве, Московской области и в других больших городах вроде бы так и есть. Но вот те люди, которые проектировали трассу М-11, они почему-то даже не задумались над тем, что а где же заправки? А заправок-то и нет. То есть парочку есть таких, вроде бы похожих на настоящую, типа «Газпромнефть» и так далее, или «Лукойл», но они... Скажем, «Лукойл» вообще самая дорогая заправка, непонятно почему. Что-то там такого-то в бензине, чья-то золотая слюна в нем находится. А «Газпром» нефть чуть-чуть подешевле. Но все равно на этой трассе все подороже, потому что трасса-то платная. И вот парадоксально, помимо этих бензиновых компаний традиционных, есть еще такие небольшие, как бы передвижные, что ли, такие небольшие нефтяные передвижные, не цистерны, а такие железнодорожные вагоны, в которых вообще какая-то запредельная цена, и непонятно, что там находится, какой бензин и так далее. Люди во многом своем советские, или в прошлом советские, или, возможно, в будущем, они думают, что где-нибудь поближе к Питеру они заправятся, потому что, выезжая из Москвы с полным баком, полного бака, как правило, не хватает доехать до Питера. И поэтому они думают, что вот сам, перед самым Питером, там уже поближе к городу, будет подешевле. И вот там-то вы приезжаете в советскую очередь бензиновую. А очередь заключается в следующем. В том, что, например, на бензоколонке «Лукойл» стоимость бензина 49 рублей. Я никогда не видел, чтобы на «Лукойл» была такая очередь. Машин 30. Это предпоследняя заправка на платной дороге при подъезде к Питеру. Затем заправка «Газпром нефти». 47 с чем-то рублей. Но это немного по меркам платной трассы. Но вот что, там всего два соска. Один сосок для тех, у кого крышка справа,
другой сосок для тех, у кого крышка слева. Это надо еще понять. И тут срабатывает тот самый советский закон. Ты подъезжаешь, одна заправка, но почему-то две очереди. А на самом деле все вспоминаешь и начинаешь думать, а где же у меня крышка бензобака? Дальше. Очередь машин 50. Я такой не видел со времен Советского Союза, когда, если вы помните, заливали бензин в некоторых регионах только машинам своего региона со своими знаками. И вот очередь не движется. Что же происходит? Идешь смотреть, а там самообслуживание. А у нас-то и в Москве не все знают, как правило, пользоваться. А самообслуживание следующее. Вы подходите, нажимаете «Заправиться». Потом, сколько вам нужно литров. Если вы хотите другие литры, то вам нужно выбрать эти литры. Два или три движения. Потом вас просят, какой картой вы будете оплачивать. Это четвертое движение. Пятое движение, вы должны отказаться от бонуса, потому что, как правило, их ни у кого нет. Шестое движение, вы должны нажать еще на какую-то кнопку. Седьмое, обязательно надо нажать на кнопку «Напечатайте чек», потому что, когда вы не нажимаете, ну, некоторые экологи любят экономить бумагу, то ничего не выходит. Ни бензин, ничего. Начинаются нервы. Вот представьте, 6-7 включений, это замечательная заправка самообслуживания, заканчивается это все тем, что очередь 50 машин. Но это еще не все. Когда вы уже, казалось бы, приехали, постояли, 50 машин. А вы блогеры? Да, начинающие. Да. Как ваш канал можно найти? Ну, найдете, запомните. Николай Пивнин. Да. А можно спросить, про какую вы тему следуете? Как мы ехали в Питер. А вы не из Питера? Нет. Ясно. А можно мы посмотрим, как вы снимаете? Смотрите, да, Рима. Ну, нормально идет? Подойди ко мне ближе, чем на 1.5 метра. Понятно. Хорошо. Давай. Ну и затем, вот эти 50 машин, это сумасшедшая очередь, и не каждый человек понимает, что такое самообслуживание. Но самое интересное, после того, как вы разбираетесь и приблизительно понимаете, что вы потратите 30-40 минут, если не больше, 95-й бензин, естественно, заканчивается. Честно говоря, я тоже давно не помню такого, чтобы где-то что-то заканчивалось. Вот. И тогда народ начинает лезть за инструкции, те, кто не знает, и правила читать, а можно ли в их бензобак заливать 92-й бензин. Это тоже нужно сделать перед заправкой, поэтому очередь увеличивается еще на какое-то количество автомобилей. Но в итоге, когда вы понимаете, что может и 92-й бензин закончиться, то когда вы заправляете машину, которая заточена по 95-й, 92-м, вы так счастливы. И эти 30-40 минут ожидания покажутся для вас какой-то маленькой минутой. Но что обидно, все утверждают, нет-нет, больше заправок нет до самого Питера, а там ровно нужно 10 литров, чтобы доехать. Какое же было разочарование, когда перед самым Питером, съезжая уже практически с платной трассы, вы обнаруживаете абсолютно пустую заправку, на которой нет ни одной машины, потому что все уверены, что заправляться нужно там, где, конечно же, очередь. Резюме. Итак, если вы собираетесь ехать по платной трассе, у вас должно быть около 2000 рублей для того, чтобы заплатить за проезд по трассе. Причем надо еще внимательно смотреть, есть ли у вас деньги, есть ли у вас карта, подъезжая к пунктам оплаты. Но, правда, девушка не ругалась, а сразу же сама заплатила, дала билет, если вы не туда подъехали. Скорость. Если вам показывает ваш навигатор 130 км в час, разрешенная скорость, это не факт. Посмотрите, пожалуйста, на трассе может стоять ограничение 110, и камеры там тоже работают. Третье. Заправьтесь желательно вашим правильным бензином вот перед самым началом платной трассы. Или даже уже на ней. Потому что тогда вам хватит до самого Питера. А, и самое последнее. Туалет. Наше все. Любой нормальный человек, в общем-то, может выдержать 7-8 часов в движении без туалета. Но лучше, конечно, им воспользоваться. Когда трасса открылась частично, я помню, что все было замечательно. Когда годика 2 назад тому приехал,
Все было чисто, можно было поесть, чистый туалет, все хорошо. Но вот сейчас мы, правда, в одном месте остановились, но что-то мне подсказывает, что так работают все туалеты. Там висит старая пожелтевшая бумага, на которой написано «туалет временно не работает». Висит она, видимо, там не первый день. Ну и что делает обычный русский человек? Он, естественно, видя, что рядом с туалетом есть, ну, что-то типа кустов, он начинает обходить туалет с тыла, не догадываясь о том, что до него это сделало огромное количество людей, потому что надпись уже пожелтела. И если он успеет вовремя остановиться, то тогда он расширяет зону так называемого туалета такого экспромтного. А если он думает, что я еще потерплю, он садится в машину, едет дальше в надежде на то, что где-то все-таки туалет работает. На бензозаправках он, кстати, работает. Так что, если вы разозленным приедете на какую-то заправку, то там вы можете немножко расслабиться. Вот так мы ехали в Питер. Поэтому, если все посчитать, нужно ли воспользоваться такой платной трассой с такими мини-нервами, подумайте. А мы идем дальше.